Резервуар, в котором налита подкрашенная вода, соединен с трубой переменного сечения. Сейчас кран закрыт, и вода через систему не течет. В трубе переменного сечения имеются три участка. Центральная часть трубы сужена, а края левая и правая края трубы имеют большее сечение, одинаковое, но большее сечение, чем сечение в центральной части. С каждой частью соединена манометрическая трубка, открытая сверху, соединенная таким образом с атмосферой. Поднимем резервуар, создадим перепад давлений и будем пропускать воду через трубку. Обратите внимание при этом на уровни воды в манометрических трубках по краям и в середине. Вы видите, что выше всего уровень воды в манометрической трубке на входе, ниже на выходе, и наиболее низкий уровень воды будет в манометрической трубке, соединенной со средней частью трубки. Давайте разберемся, почему. Что касается левой и правой частей трубки, то здесь сечение трубки одинаково, скорость течения воды одинакова, но здесь уменьшается давление по мере того, как мы движемся к выходу из трубы, вследствие того, что часть энергии текущей воды расходуется на преодоление сил трения. Работа совершается против сил трения, уменьшается энергия текущей воды, уменьшается поэтому давление. Что же касается средней части трубки, то здесь уровень оказывается ниже всего благодаря закону Бернулли. Когда труба расположена горизонтально, то потенциальная энергия воды во всех ее участках одинакова, и закон Бернулли будет записываться следующим образом. Давление P плюс ρ в квадрате пополам, где ρ – плотность жидкости, а V – скорость ее течения, остается для всех сечений величиной постоянной. Чем шире трубка, тем меньше скорость течения воды V, и тем будет больше P – давление. Наоборот, чем трубка уже, средняя часть трубы, тем скорость V будет больше, V – скорость течения воды, а давление будет меньше. Мы это с вами и наблюдаем.